Всем привет, с вами Краст и добро пожаловать на канал. Сегодня мы с вами будем играть в особый режим этой недели, а точнее технофилия. Мы выбросили наше древнее барахло, да здравствуй технологии. Я так понимаю, разработчики решили порадовать нас и сделать эту неделю особо легкой. Три попытки, я думаю, мы не будем пробовать, потому что в этом, вообще никакого смысла нету. Ради вас, в комментариях вы просили поиграть, я сыграю в этот режим. Скорее всего, на следующей неделе, я думаю, будет что-то поинтереснее, но давайте попробуем. Так, нам надо определить вид призрака на, получается, ферме. Ну что ж, давайте попробуем. Ферма у нас вот это вот. Что ж, естественно, в особом режиме оборудование нам предоставляют разработчики. И давайте попробуем, посмотрим. Итак, мы появились, получается, на карте. Дело у нас 502-е, Дэвид Беккер. Кому отвечает, неизвестно. Сфотографировать призрака, стать свидетелем паранормальщины и сбежать от призрака, пока он находится за вами. Разрабы нам и дают, в принципе, все оборудование, которое у нас и сейчас было изначально. Но, скорее всего, в будущем, я думаю, апну престиж. И будем играть с оборудованием первого уровня. И это будет такая нюдятина. Потому что из первого оборудования мне нравится только градусник. Он более-менее адекватный. Остальное же, просто срань. Полнейшая срань, с которой вообще не горю желанием играть. Так, смотрите, у нас, по крайней мере, генератор на первом этаже. Это уже неплохо. Нам не придется бегать на вот эту крышу, потому что вечно, когда мы играем с друзьями, она находится вот на вот этой крыше. Точнее, на чердаке. Вы поняли, это не суть так важно. Вот. Это так вообще бесило постоянно, потому что привидение выключает свет, и ты постоянно бегаешь на вот этот вот чердак. Так, что ж, берем наш стандартный набор. Смотрите-ка, книг-то у нас нет. Интересно. А тут тоже что-то не хватает. Тут что-то было у нас, по-моему. И благовония нет, и фонарей нет. Интересно. Так, а тут-то что у нас было? Прикиньте, я не помню, что тут было. Кресты, крестов-то нет тоже, господи. Вот это веселуха, конечно. Вы решили пошутить над нами. Попробуем, посмотрим. По крайней мере, сразу понятно. Будет у нас такое задание. Мы заходим с вами с этого входа и сразу же включаем генератор и свет. И ходим при свете, чтобы наш рассудок с вами не захавали. Так, ладно, погнали. Будем пока что придерживаться вот такой стратегии. Если я сдохну, это будет вообще смех, конечно. Ладно, пойдем проверять. Надеюсь, это не какой-нибудь демон. Если это демон, мать твою за ногу, это, конечно, будет вообще жопа. Потому что от него как мы будем прятаться без благовония, без крестов. Да, в принципе, даже другие, если призраки, которые у нас попадутся, там, условно, я не знаю, Горилла, Диоген, ладно, мы от него там уходить будем. Если там какой-нибудь джин или еще что-нибудь, это вообще срака будет. Так, ладно, входим в дом. Пол где-то хрустнул. Я только что слышал МП где-то. Точнее, не МП, а что-то он кинул. Ага. Здесь? Нет. Он стаканчик, смотри, кинул. Паскуда. Ладно, я тебя понял. Ты у нас, значит, здесь. Ставим тогда лазерку. Включаем свет. Свет, где тут свет, блядь, включай. Вот он. Так, хорошо. Берем нашу камеру. Сейчас свет-то вырубать придется. Бляха-муха, ладно. Призрачный огонек есть. Так, опять что-то кинул. Ладно, вот так поставим камеру. Сколько? Так. МП3. Пока вот, в принципе, не пятерка. Ладно, будем пробовать. Так, а если нет блокнота, в третьей улике у нас может и не быть. Вот это, кстати, да, будет проблематично. Если окажется какой-нибудь блокнот. Как мы должны определить, будем без блокнота? Вот это, конечно, веселуха. В принципе, у нас пока что все еще вроде бы как здесь. Возьмем с вами радио, возьмем с вами, получается, на минус проверить. По рассудку он нас пока не кушает. Чем можем еще-то взять? Ультрафиолетовый фонарик только если и все. Давай так. Хотя бы так. Все же надеюсь, что будет три улики, потому что с двумя уликами, такая дрочь будет вообще постоянно. Сидеть, врубать Шерлока и пытаться угадать, кто это, не очень такое люблю. Конечно, иногда для разнообразия полезно, но... Тут вообще, блядь, 10 градусов. А, ну тут 22. Не, он здесь, это очевидно. Так, ну давай попробуем поговорить. Ты здесь? Дай нам знак. Ты молодой. Может, тебя тут свет смущает? Сколько тебе лет? Дай нам знак. Я просто по приколу на самом деле говорю, потому что привидение в основном, скорее всего, нас не слышит, когда ты ставишь текстовые команды, но все же попробуем. Ладно, привидение нам не отвечает. Это уже дурной знак. Возможно, это не мимик, или мимик нас просто разводит. Что мы еще имеем по факту? По факту у нас хрена нет. А соль у нас, кстати, была, нет? Я что-то не обратил внимания. Если у нас и нет соли, нам придется еще сейчас ультрафиолет дрочить. Господи. Ой, вроде вот легкий, да, режим. В принципе, он легкий, можно так сказать. Но вот без, так скажем, соли, блокнота придется пользоваться тем, что имеем. А это... это вообще просто. Так, что получается? Нам придется, ну, направлять, видимо... Свет, что ли, вырубил? Скорее всего, наверное, выключил он свет. Так, ну как будем пробовать-то? Чем мы тогда возьмем еще? Так, был лазер, что ли? Показалось, будто, короче, был лазер, но, по-моему, лазера вообще не было. Возможно, опять багует что-то. Так, ну смотрите, мы разговаривали, в принципе, по радио. Нас он не сожрал. То есть, скорее всего, это не какой-нибудь там Абака или еще какая-то срань. Кто там у нас хавает по радио? Я вот забыл. Давайте сразу его вычеркнем. А можем на Банши, кстати, ее пробить, попробовать. Так, Абака принимает там жуткие формы. Так, надо вычеркнуть радио. Радио у нас нет. Райдзю, Абака, Та-Е. Так, проверим. Та-Е, что он делает у нас? Постоянно активно реагирует на наше прибытие. Но ему вообще срать, что мы там находимся, по крайней мере сейчас. Райдзю, он реагирует в основном на электричество, он любит лампочки бить. Вот, Абака у нас, опять же, мы смотрели жуткие оборотни. Редко оставляет следы взаимодействия с окружающей средой. Иногда этот призрак меняет обличие, в процессе оставляя уникальные следы. Ага, то есть мы можем пробивать на это, на 6 пальцев, так скажем. Что ты делаешь там, блядь? Так, что у нас? Ханту, Юрей, Ревенант. Так, ну смотрите, единственное, что нам придется, скорее всего, пробивать привидений на их скорость. То есть, опять же, на Ханту, Ревенанта и остальных, так скажем, наших быстрых ребят. Потому что лазерки, ну, я пока тоже вообще не вижу. Так, ну, давай возьмем направленный микрофон, попробуем пообщаться. Все же вдруг на контакт-то выйдет. Да, конечно, привидение, ну, дятина попалась. Еще, может быть, какой-нибудь, блядь, горю. Так, давай возьмем вот сюда, поставим на дрова. Так. Тут он свалит. Еще минус может быть не проявляться. Ага, смотри, 1 градус стал. 3. Вполне вероятно, что опять минусовая прикола выдает. Что он сделал? Дверцу потрогал, так понял. Какую-то потрогал. Одну, что ли? Раз здесь нет. Здесь тоже пока пусто. Вот так вот сделаем. Так. А, двери подсветили. Нихера нет. Че, минус проявился? Ну тут прям, смотрите, дышаться стало. Скорее всего, минус должен. Еще надо... Да, вот 0,7. Минусовая есть все-таки. Ага. Ревенант, Юрей, Ханту. Блять. Ну вот это, ребята, конечно, вообще хорошо. Так, ну тут бессмысленно от направленного микрофона. Ревенант, Юрей, Ханту. Так, ну что, у нас два варианта. Ревенант, когда нас не видит, он двигается типа медленно. Но если он нас услышит, то он, блядь, полетит. Ханту опять же зависит от температуры в комнате, и он не будет ускоряться от того, что типа нас увидел. То есть если в комнате холодно, он там побежит. Если условно мы где-то здесь, эта комната же считается теплой. Типа он будет медленнее бегать. Да, эта комната теплая. То есть остается так его пробивать, такой этих пацанов. А, ну какие у них еще и лики-то могут быть? Ультрафиолет может быть. МП точно отпадает. Ну, лазерка. Ну, давайте пробовать. Может, повезет. Так, Ревенант, Юрей, Ханту. Блокнот мы, блядь, никак не сделаем. Ну, блин, хз. Или, короче, сейчас просто залазим в шкаф и сидим и ждем охоту. Или давайте пробовать их, я не знаю, как бы это... Лазерку ждать. Ультрафиолет может проявиться. Но свет только моргает, короче, и все. Как бы ультрафиолета тоже нет. Просто есть вероятность, что это ходит как бы Ханту и охлаждает комнату. Потому что в начале как бы было тепло. Но опять же, это может опять этот градусник, блядь, глючить. Сука, что ж делать-то, блядь? Ну, сидеть, дрочить рассудок до 60, ну, тоже срань. Доп. Задание, как бы, ну, тоже не вижу смысла особо тут делать. Потому что, ну, чем мы пойдем на фоткам? У нас даже нечего, как бы, фоткать-то, кроме кости и проклятый предмет. А, ну, проклятый предмет, если только сейчас мы можем пойти найти, завести шарманку и послушать. Как бы такой вариант и расклад. Тогда возьмем с собой сразу 2 тюбика, чтобы, если что, хотя бы заправиться. Блин, а я даже не знаю, слушайте, где в этом доме проклятый-то предмет. Ладно, один хер, терять нам нечего. Пойдем как бы проверять, слушать. Обычно вроде тут что-то лежит. Даже зажигалки-то, блядь, тоже нет. Карты Таро лежат. Ага, отлично. Хорошо. Если у нас есть Таро, а где мы их, блядь, будем раскидывать? Надо найти место, где хоть спрятаться-то можно. Тут вообще нычек нет. Тут тоже жопа. Прятаться-то, блядь, где? Или в особом режиме у нас нычки все это попорченные? Даже ни хера нет. Потому что я и в гараже шкафы не проверял. Тут тоже хер спрячешься. И тут, блядь, пряток нет. Капец, что на весь дом только это, что ли? Да ну, срань какая-то. Вы чё, прикалываетесь, ребят? Прятаться-то, блядь, где? А, ну шкаф вот есть. Не, ну если остается здесь только. Так, ну давайте кидаем сюда тогда. И будем слушать, я не знаю. А как мы услышим отсюда? Тоже, блядь, проблема. Потому что к этому времени он может как бы и замедлиться, наверное. В теории-то. Потому что, условно, если это ревенант, который медленно двигается, а мы можем просто его не услышать. Сука, что делать-то? Благовония-то нет, вокруг дивана с ним ходить. Бля, что делать-то? Так, ну смотрите, в теории, если он здесь... Не, он меня там увидит. А в шкафчике, если я карты буду раскладывать, он меня тоже, наверное, заметит. Потому что надо же отдельно прятаться-то. Ну ладно, была не была. Давайте попробуем, в принципе, как бы это... Спрятаться на чердаке. Если у нас ни хера из этого хорошего как бы не выйдет. Как бы и насрать. Что, ну тут, ну что это вот? Это даже не нычка просто. Здесь. Ну это хуйня, он тут нас просто увидит. Тут, блядь, спокойно как бы найти можно. Блядь, выкинул случайно. Боялся, что я сейчас, если не нажму на выключатель, то, короче, карту вытяну. А если карта его ко мне телепортирует? Бы тоже дрочь. Не, ну в теории, ладно, типа, давай пробовать. Итого, что получается, мы имеем. А ультрафиолета у нас как такового не было. В теории это Ревенант или Юрей. Но опять же, у нас может быть и записи в блокноте, и лазерки. Ну, лазерку не видели. Ревенант, Ханту, блядь. И что тогда? Ревенант, получается, не видит игрока, он двигается медленно, и мы должны сидеть слушать. Или Ханту, которая будет, получается, у нас тоже бегать медленно. Но, а как мы проверим, опять же, если будет это... У нас нет, он также будет медленно, блядь, ходить. Ладно, давай пробивать, посмотрим, что-нибудь да будет. Ладно, начинаем. Плюс рассудок. Плюс рассудок, блядь. Хермит. Ну это вообще весело. Башня. Минус рассудок. Думал, будет сейчас атака, нет. Опять дурак. Опять, блядь. Да ты гонишь. Ну и че это за говно? Ладно, давай всасывать таблетки. Он там идет. Там идет, оказывается, блядь, я даже не заметил. Он тупо шел к нам, я даже не заметил. Охуеть, блядь. Он настолько медленно шел. Слушайте, ну... Так, если так логически вот головой подумать, Ревенант ходит медленнее, чем Ханту. По крайней мере, от температуры, если мы отталкиваемся. Но у него прям вообще очень медленная скорость. Но он тупо охоту начал, пока мы сидели хуйней страдали. Он даже комнату не поменял. Не, ну это какой-то рофл, слушайте. Ну ладно, давай мы еще таблетки всосем. Ладно, попробуем. Ну лазера, ну как бы вообще нет. Я думаю, что Ревенант. Тогда и ультрафиолета не будет. Да, это, короче, очень нудная будет серия, потому что, ну, ей-богу. Я не знаю, что ему, короче, еще делать просто в этой ситуации. Я как бы и соль-то не могу рассыпать, чтобы посмотреть ультрафиолет. А двери он трогает вообще нечасто, я бы сказал. Ладно, ладно, попробуем. Типа, ну, что-нибудь. Что-нибудь да попробуем. Как бы время у нас с вами еще есть, а попробовать мы можем. Мы как бы никуда не опаздываем. А рейс у нас тут последний не уходит, так скажем. Ладно, погнали, как бы... Блять, это чё? А, это лазер был. Я сначала не понял, думаю, что за зеленая хуйня там. Так, здорово. А? Понял. Так, ну. Минус у обоих, может быть. Вот это вот основная проблема. Блять. Я застрял. Так, проверяем. Момент истины. Сука, нихера нет. Ни черта на этом выключателе нет. А взаимодействие есть. Следовательно, если это не ультрафиолет, это реально все-таки Ревенант. Ну вот, давай еще раз. Ну ни хера нет. Ага, щиток офнул. Что по итогу, давай посмотрим. Так, ну тоже взаимодействие как бы Не, ребят, это, по-моему, реально ревенант, потому что ну, он очень медленно шел. Мы даже не заметили, что вообще охота как бы идет. Мы просто страдали, грубо говоря, хуйней в карты, блядь, перекидывались там на чердаке. А он там шел очень медленно до нас. То есть Ханту, по-моему, побыстрее будет. Ну, ладно. Если я ошибусь, то ну, в жопу этот режим. Я даже не знаю, задумаюсь, стоит выкладывать или нет. Хотя, как бы, проигрышные варианты, мне кажется, тоже лучше публиковать. Ну, чё бы нет, не всегда же побеждать надо. Как бы, ну, все в меру должно быть. Вот. Так, призрачный огонек мы нашли. Минусовая есть. Записи в блокноте, ну, блядь, мы вообще их не узнаем. Ну, поехали. Ладно, пока, мужик. Или кто-то там. Да, мужик. Ну, мы с вами оказались правы, это действительно был ревенант, хотя как бы шанс угадать, ну, очень был минимальный, с учетом того, что Ханту, ну, не прям с большой разницей, на самом деле, как бы убегает, точнее, бежит к нам, или идет, или ползет, я не знаю, они скорости там какой бегает вообще. Но они плюс-минус, по-моему, одинаково, поэтому тут чисто, мне кажется, рандомщина была, но, по крайней мере, у нас получилось, и, в принципе, это все выполнимо. Поэтому всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите в комментарии. Также я заметил, что 70% смотрят мои ролики без подписки. А это очень довольно грустно. Особенно моей кошке грустно. Поэтому не расстраивайте мою кошку. Подпишитесь, пожалуйста. И до новых встреч. Всем пока.